Да, телефончик, да, правильно, да. Левая рука у тебя где? Подними руку. Да, это правая, молодец, надевай правую. Вот, я знал, я предугадал. Вот, молодец. Надевай перчаточки, чтобы в тебя все пальчики попали. Посчитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Молодец. Вот, отлично. Нам хватит и трех. Теперь нужно будет тебе подойти, подходи сюда. Давайте мы еще поддержим ее, похлопаем. Сейчас. Возьми немножечко, где у тебя перчаточка, возьми здесь одну штучку, бери-бери, так, вот, и забрасывай сюда, так, забрасывай, опа, ну, пускай лежит, бери другую, новую, так, бери красивей, какой тебе понравится, забрасывай внутрь, главное, чтобы попало, вот, и, оп, молодец, одна есть, попробуешь еще одну? Забрасывай еще одну, бери. Так, бери-бери. Сама выбирай. Так, я тебе буду помогать потихонечку. Забрасывай. И отпускай. Отпускай. Молодец. Так, этого нам еще достаточно будет. Теперь снимай перчаточку. Снимай. Оставляй ее на столе. На стол оставь ее. Так, холодненькая довольно-таки. Так, молодец. А теперь самый главный наш эксперимент. Нам нужно будет это все закрыть волшебной пробочкой. Держи. Так, и закрывай ее здесь. Так, вот, сильно-сильно закрывай. Вот, молодец, еще сильнее. Нажимай. А теперь наверх смотри. Здесь у нас как будто бы получился такой паровозик. И это уже больше похоже у нас на что? На кальян, да, который можно тоже пробовать. Но, если мы попробуем... Ну, ничего у нас здесь опасного нет. Попробуешь? Ну-ка, попробуй. Так, как вкусненько. Вкусно? И холодненькая или тепленькая? Тепленькая? Ага. Да? Ну давайте похлопаем девчонкам, они молодцы. Так. Я хочу узнать, возможно, кто-то вкус этот и узнает.